абсцесс печени. Абсцесс печени – это гнойно-деструктивное образование в печени, появляющееся вследствие гнойного воспаления тканей. Как правило, абсцесс печени развивается вторично на фоне других заболеваний печени. Чаще всего болеют люди среднего и пожилого возраста. Чаще всего абсцесс печени встречается у мужчин. Причины возникновения выделяют следующие причины абсцесса печени: инфекционное поражение печени при различных печеночных или внепеченочных заболеваниях, инфекционное поражение печени при сепсисе. Инфекция может проникнуть в печень по кровеносным сосудам. Распространение инфекционного процесса в ткани печени при воспалительных заболеваниях органов брюшной полости. Травмы печени. Инфекционное поражение кисты или гематомы печени. Согласно медицинским наблюдениям, чаще всего абсцесс печени вызывается аппендицитом и желчно-каменной болезнью. Симптомы. Основными симптомами абсцесса печени являются повышение температуры тела, болевые ощущения в правом подреберье, гипотомегалия, чувство тяжести в правом боку, ухудшение аппетита, озноб, снижение массы тела, желтуха, асцит. Виды заболевания. В зависимости от количества абсцессов выделяют одиночные и множественные абсцессы печени. В зависимости от расположения выделяют абсцессы правой доли печени и абсцессы левой доли печени. В зависимости от характера возбудителя различают абсцессы бактериального и паразитарного происхождения. Если абсцесс появился на ранее неизмененном участке, то говорят о первичном абсцессе печени. Вторичные абсцессы развиваются на фоне других заболеваний. Диагностика. При амебном абсцессе включают в себя анализ анамнеза заболевания и жалоб пациента, физикальный осмотр, при котором врач отмечает снижение веса больного, повышение температуры тела и болезненность при пальпации печени. Общий анализ крови, рентгенологическое исследование печени, ультразвуковое исследование печени, спиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия, проводимая под контролем ультразвука, радиоизотопное сканирование, диагностическая лапароскопия. Действие пациента. При подозрении на абсцесс печени необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Лечение. Лечение абсцесса печени должно быть комплексным, включающим в себя диетотерапию, консервативное и при необходимости хирургическое лечение. При абсцессе печени показано дробное питание маленькими порциями. Из рациона питания необходимо исключить острую, жирную, копченую и жареную пищу. Ограничивается употребление поваренной соли. Питание больного должно быть с повышенным содержанием белка. Рацион питания должен включать в себя высокое содержание витаминов и микроэлементов. При бактериальных абсцессах больному показан курс антибиотикотерапии и других антибактериальных препаратов. При амебном поражении печени назначаются противоамебные препараты. В лечебных целях при абсцессе печени проводят чрезкожное дренирование абсцесса под контролем ультразвука. В полость абсцесса также могут вводиться антибиотики. Хирургическое лечение абсцесса проводится при наличии нескольких крупных абсцессов или же при невозможности проведения дренирования. Осложнение. При абсцессе печени возможно развитие таких осложнений: прорыв абсцесса, кровотечение из сосудов печени, подиафрагмальный абсцесс. Профилактика. Первичная профилактика абсцесса печени предусматривает предупреждение о заболевании, которые потенциально могут стать причиной абсцесса печени. Первичная профилактика сводится к соблюдению принципов здорового питания и личной гигиены. Вторичная профилактика абсцесса печени предусматривает своевременное и адекватное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, на фоне которых возможно развитие абсцесса печени.